Как правильно быть старостой в своей группе? Как урегулировать конфликтные ситуации в коллективе? Поделился этими знаниями с будущими старостами Казанский университет в ходе практика образовательного интенсива «Миротворец КФУ». На нем первокурсникам рассказали и показали, как правильно вести себя в той или иной ситуации. Это для того, чтобы они знали, как себя вести в определенных ситуациях, как вести с разной категорией студентов, потому что есть действительно разные студенты, каждый студент он уникален, у каждого есть свои какие-то амбиции, настроения и так далее. И знать, как вообще урегулировать какие-то конфликтные ситуации, знать, как решать какие-то спорные вопросы в группах. Помимо тренингов, для студентов были проведены интерактивы и форумы, а также мастер-классы от топовых спикеров от университета. По словам организаторов, с помощью интерактивов можно воссоздать возможную спорную ситуацию. Интерактивы, например, форум-театр, где студенты вот в таком театральном виде прочувствуют ситуации, вот, ну, как бы нестандартные, которые могут проходить со студентами, и как вообще выйти из этих нестандартных ситуаций. Интенсив проходит не один день. Реализуется он при поддержке Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь». Невозможно прям за один день короткий обучить прям хорошо, профессионально, психологическим тренингом, да, проведение этих мероприятий. И что самое важное, этот проект, он проходит в рамках победителя всероссийского грантового конкурса «Росмолодежи» в рамках образовательных организаций. Как сказали организаторы интенсива, знания и навыки, полученные в ходе тренингов, станут полезными не только во время студенчества, но и после окончания обучения. Лев Диденко, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.